Мы рады вас приветствовать в нашем агентстве по прогнозированию судеб. Тут вы узнаете, что бы могло с вами быть, если бы в прошлом приняли то или иное решение. Конкретно в вашем случае, если бы вы остались вместе. После данной процедуры все ваши совместные воспоминания в целях безопасности будут навсегда стерты. Вы навсегда забудете друг друга. Важное условие, чтобы при вас не было никаких предметов, связанных с воспоминаниями о ваших отношениях. Это может вызвать побочный эффект, противоречащий стратегии нашей компании, и ваши воспоминания не сотрутся. На работу. Я опять по турам. Друзья мне скажут, я дурак, что я влюбился в дуру. Хочу сказать про боль внутри, но не дает цензура. Смеюсь, что шахматист, ведь в голове твоя фигура. Чувствую, не купишь за купюры. Пойми, мужчинам так плевать на крутость маникюра. Не важно, что внутри, хоть так крута твоя натура. Любовь абсурд от сорта секса с перекуром. Ты как мистер и миссис Смит. Но это не любовь, так что без обид. Я иду домой, меня не зови. Если наберу, другой не бери. Я иду как мистер и миссис Смит. Но это не любовь, так что без обид. Я иду домой, меня не зови. Если наберу, другой не бери. Знаешь, мы всегда жили на разных планетах. Всегда видел зиму, а я лето. И мы засыпали с рассветом. Я не знала, что тогда это была клетка. Такая сильная, такая дерзкая. Но что внутри у меня, ты так и не узнал. Ты так и не спросил, но я тебя простила. Я тебя простил. Я и ты как мистер и миссис Смит. Но это не любовь, так что без обид. Я иду домой, меня не зови. Если наберу, другой не бери. Я и ты как мистер и миссис Смит. Но это не любовь, так что без обид. Я иду домой, меня не зови. Если наберу, другой не бери. Так хочу забыть тебя. Но нам напомнит музыка. Мир, где только ты и я. Мир, где только ты и я. Как же сложно, что ты рядом. Мы уже не те, но с тем же взглядом. Сердце бежит, это правда. Как тебя забыть? И вот так вот выглядит счастье. Но ведь это все не по-настоящему. Плевать. Прости. Но я так не могу. Я и ты как мистер и миссис Смит. Но это не любовь, так что без обид. Я иду домой, меня не зови. Если наберу, другой не бери. Я и ты как мистер и миссис Смит. Все ваши совместные воспоминания в целях безопасности будут навсегда стерты. Вы навсегда забудете друг друга. Здрасте, у меня бронь 453. А мы с вами раньше не встречались? Не думаю. Извините. Да ничего. Так бывает. Что? Так бывает, говорю. Встречаешь человека впервые, ощущение, будто всю жизнь его знаешь. Спасибо. Хорошего вечера. И вам. Сколько стоит любовь? Слезы падают вновь. Как выйти из-под оков этих сказанных слов, этих связанных снов? Ты мой враг и мой бро, мой враг и мой дом. Ты мое все. Не убежать, еле дыша. Ты ж мой рай, ты ж мой ад. И мне все равно, время вода. Я больше не твой, и ты не моя.
может, это правда.